Это пульс дня, и мы продолжаем. Второй обмен удерживаемыми лицами состоялся. Он произошел между Киевом и самопровозглашенными территориальными образованиями на востоке Украины в минувшее воскресенье. Люди на автобусах проследовали через контрольно-пропускной пункт Майорская. Многие из них в заточении провели по несколько лет. Среди тех, кого Киев получил обратно, и военные, и участники дебальцевской операции, журналисты и волонтеры. Повернули наших людей, звільнено 81 людину, 76 людей зараз. Мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек. 76 человек сейчас в Украине, на контролируемой территории. Шестеро остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят приехать сюда, то мы обеспечим все, что для них необходимо. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что власти Украины гарантировали так называемую процессуальную очистку. Это юридическая процедура, согласно которой освобожденные от уголовной ответственности лица не будут повторно привлечены к ответственности за совершенные ими преступления. По словам президента Владимира Зеленского, этот обмен не последний. Мы понимаем, что очень много наших людей еще на территории Российской Федерации и всех. Мы понимаем, что очень много наших людей еще остаются на территории Российской Федерации. И много тех, кого перевезли из Крыма. Это совсем другой трек, которым мы все сейчас занимаемся. Я благодарен нашей всей команде, всем правоохранительным органам. Пожалуй, самую неоднозначную реакцию в украинском обществе вызвала выдача беркутовцев, экс-сотрудников украинской милиции, которые последние 5 лет провели под следствием за расстрел манифестантов на Майдане в феврале 2014-го. Накануне обмена Киевский апелляционный суд заменил им меры пресечения из-под стражи и домашнего ареста. Эти люди были отпущены. Активисты, которые сопротивлялись передаче беркутовцев, в ответ попытались даже блокировать ворота следственного изолятора. По поводу беркутовцев, так, это умовы. Умови всіх на всіх, умови цього обміну. Ми забирали наших героїв, я вважаю, що це складне було рішення. По поводу беркутовцев, это условие. Условие всех на всех в рамках этого обмена. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое. Это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все герои. И для нас приоритет вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет. И сегодня же стало известно, Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности не раскрываются, поскольку оно конфиденциальное. Известно ли, что Москва отзывает свои требования, а Киев не нарушает своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает замминистра юстиции Украины Иван Лещина. К разговору подключается СОПКОР украинского агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Рома, здравствуй. Вот первый вопрос. Обмен формально состоялся между Киевом и Луганском с Донецком. В реальности мы понимаем, что за двумя последними стоит Кремль. Так куда в итоге направились все эти люди? На неподконтрольную территорию или все-таки кого-то в Москву заберут? Привет, Даня. Привет, Наталья. С наступающим вас Новым годом. Вот это главная, мне кажется, недоработка украинской власти, потому что у многих как бы вопрос, между кем происходил обмен, остается открытым, особенно для иностранцев, потому что многие западные, в том числе СМИ, правительства которых не признают никаких псевдогосударственных образований на востоке Украины, называют эту территорию оккупированной, так как она является, писали как раз о том, что этот обмен между Украиной и, соответственно, сепаратистами. Хотя никаких сепаратистов нет, а есть коллаборанты. По сути, это за последние 2 года третий крупный обмен. И он почему-то происходит только исключительно с санкции президента Российской Федерации. То есть сначала достигается договоренность с Владимиром Путиным, потом она реализуется. В 2017 году он звонил в Донецк, взорванного впоследствии Захарченко, и в Луганск некому
человеку, который занимал эту должность перед пасечником, а потом его сразу же отозвали. Точно такая же ситуация была с обменом моряков. Это договоренность президентов. И сейчас, по сути, это договоренность президентов в нормандском формате. И это важно уточнить, потому что Кремль достигает такими вот манипуляциями главного. Они понемножечку Зеленского подталкивают к так называемому прямому диалогу и признанию вроде как того факта, что Россия здесь ни при чем. Просто странные симпатизанты отправляют туда танки и артиллерию. Что касается судьбы этих людей, понятно, там список достаточно длинный, больше 100 человек, которых передала Украина. И очевидно, у всех своя судьба. Часть из них, естественно, заберут в Москву. Допустим, если говорить о беркутовцах, которых вы вспомнили, то, возможно, их включат в полк таких же предателей Украины, которые служат сейчас в Москве, в ОМОНе, и оттачивают свои навыки на разгоне различных манифестаций, демонстраций уже в Москве. И тем самым как бы служат новому хозяину. Но даже в числе этих людей, пятерых беркутовцев, которых передали, там тоже ситуация, такова, что как минимум двое успели повоевать в АТО за Украину, а только впоследствии были арестованы. То есть ситуация с каждым конкретным человеком тут, понятно, нужно разбираться. Многие просто по практике, или большинство этих людей, они просто пропадают, и больше никто никогда о них ничего не слышит, и не всплывают в информационном пространстве. Ром, Владимир Зеленский рассказал, что еще есть люди на территории России, освобождением которых Киев тоже намерен заняться. О ком конкретно идет речь и что известно об этих людях? Этот список, он большой и, наверное, точно никто не знает. Но его условно можно разделить на три группы. Это люди, которые содержатся непосредственно в Российской Федерации. В основном это статьи подготовка терактов и шпионаж. Люди, которые удерживаются в оккупированном Крыму. И, соответственно, люди, которые удерживаются на Донбассе. Как президент Зеленский собирается их дальше менять, это большой вопрос. Потому что, по сути, пока он выполняет все требования президента России в части людей. И известно, что примерно, подчеркну, цифры очень сложно конкретные говорить, но порядка такого же количества людей, даже известно, что на Донбассе остались. И украинская власть не смогла включить их в список обмена. При этом мы видим, что Москва смогла забрать даже тех, кто вообще не имеет никакого отношения к боевым действиям на Донбассе. Террористов харьковских, ну и беркутовцев, о которых мы уже вспоминали. И здесь возникает самый главный вопрос. На кого Зеленский собирается менять этих людей? И понятно, что это возвращение людей – это благое дело, и 76 человек сможет встретить Новый год в своих семьях. Но а что делать с теми, кто остался в Донецке? Потому что речь же шла о обмене всех установленных на всех установленных. Такая формула. Но если мы возвращаемся к договоренности, там же речь еще шла о допуске, допустим, Красного Креста в эти места, где боевики российские удерживают украинских граждан. И этого сделано не было. И если мы смотрим вот эти временные лаги, то следующее окно возможности, оно откроется, очевидно, не очень быстро. И вот в этом, как бы, мне кажется, есть недоработка украинских властей. Потому что, если они так хотели тех же беркутовцев, то можно было настоять на том, чтобы список граждан Украины был полнее. Роман, а есть ли какая-то связь между сговорчивостью Москвы по вопросам обмена и подписанием газовых соглашений, которые были анонсированы? Мы об этом как раз говорили, дискутировали вместе. Тут о сговорчивости Москвы, мне кажется, говорить не приходится. Потому что
может быть, если говорить о самом факте обмена, это он состоялся. Но тут важно разобраться в деталях. А детали, когда речь идет о людях, это самое главное. И повторюсь, что даже в Донецке и Луганске остались лица, которых можно было забрать, но не забрали. Что касается, связано ли это с газом или нет, тут я не готов гадать, но могу сказать, что люди, которые занимаются вопросами Донбасса, и они же уполномочены принимать участие в той или иной форме в переговорах по газу. И не случайно, допустим, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак хвалил Андрея Ермака, это помощник президента Украины, который вроде как задействован исключительно в подготовке нормандского формата, но и по поводу газа он тоже получил дозу своих комплиментов. Поэтому очевидно, что ситуация, она как сообщающий сосуд, по той причине, что люди как с российской стороны, так и с украинской, во многом принимающие там конкретные решения или последние, которые контактируют с лидерами стран, одни и те же, и поэтому очевидно, связь тут некая есть. Ром, спасибо. На прямой связи со студией был СОПКОР украинского агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Напомню, мы обсуждали обмен, который состоялся формально между Киевом, а также Донецком и Луганским. И Луганском, хотя и так понятно, что за всем этим стоит кремлевский режим. Википедия назвала 10 самых популярных страниц года. Подробности в заключительной четвертой части «Пульса дня».